Хочу задать один установочный вопрос, который адресую, наверное, в первую очередь Филиппу, потому что он, помимо вокального образования, является еще и врачом-фониатром, ему то, что называется, карты в руки. Так вот, можете ли вы описать для профанов сам принцип мужского сопрано или мужского альта? Как это в физиологическом смысле работает, что человек с нормальным голосовым аппаратом способен петь в таком диапазоне? Well, that's a big question. This is on. Okay. That's a quite complex question. So if we want to go straight into like physiology and anatomics, that's maybe a bit much. So as I said before, it comes from the tradition of castratus, but of course, all the three of us are no castratus. Слушай, вопрос, если мы будем вдаваться в физиологию, анатомию, то, наверное, это будет слишком много информации. Но, как я и говорил, это все идет от традиции кастрата. Должен сказать, никто из нас троих не кастрат. So I would say that is the main difference, first of all. Это самая главная разница. And so, of course, it works different because we all know about puberty, where the voice changes. Конечно, в период пубертата меняется голос. Which is a moment where testosterone gets released in the body, and this leads to like growth of muscles and growth of the larynx, of course, and growth of height and stuff like that. So puberty. И в этот момент, момент полового созревания, пубертата, с помощью тестостерона начинается развитие мышц, роста, человек растет и развивается. So with the castrato voices, it is basically that things like the lung or the chest, they are not so dependent on testosterone in growth. So the larynx, though, is very dependent on testosterone in growth. Если мы говорим о кастратах, то тестостерон не столько отвечает за развитие легких и груди, но сильно отвечает за развитие гортани. So one main difference is that the castratos have the capacity to sing with a child larynx on a male grown-up chest. So they had a lot of air on a very little flute, so to say. И таким образом главная разница в том, что у кастрата в теле развитого взрослого мужчины остается детская гортань. И таким образом через эту, можно сказать, маленькую флейту проходит огромный объем воздуха. So that is one difference, and that's why they were so famous for singing these amazingly long coloraturas, and they had these huge ranges, because they have different support. Это первое, поэтому они были так известны именно своей способностью петь огромные длинные колоратуры, и они обладали невероятным диапазоном. And we are having a tough time to follow this tradition. Потому что у них была другая опора, и сейчас нам приходится нелегко, потому что мы должны с этой традицией напрямую соприкасаться. But also, if you look at the pictures of castrati back then, illustrations, they're really tall, really weird long arms and legs because after the castration, the lack of testosterone. Because the testosterone also helps regulate the growth as to how much. And because they don't have it, they just kind of grow in these weird epic proportions that you'll see in illustration. Так же, если вы посмотрите на изображение их тех времен, вы увидите, что некоторые люди были невероятно высокого роста, с длинными руками и ногами, так как тестостерон также отвечал за норму развития в плане роста и длины. И за неимением этого они вырастали немного непропорционально. So at the end of all our long bones in our body, there are areas of growth, and testosterone at a certain level closes this area. It's an area of growth and cartilage. And since this doesn't happen in castratus, they get these very long, weird arms and very long legs. Да, это происходит из-за того, что на окончании длинных костей есть такая так называемая зона роста, которая как раз систематизирует тестостерон, и так как у этого у них не происходило, то их хрящи и кости были непропорционально длинными. And a child is very natural, it just opens its mouth and it has like this perfect pitch and very clear and very loud scream noise, which is a child larynx, it can do that. Именно гортань детская, она характеризуется тем, что ребенок открывает рот и произносит невероятно резкий, яркий, громкий звук. Where we as grown-ups with male voices, which we are very happy about, that we don't speak like this. А мы мужчины, взрослые, с мужскими голосами. Мы очень рады, что мы не разговариваем вот так. Therefore, we need to use a different technique, and we need to rely on certain abnormalities of our larynx. So not everybody has a head voice, so everybody can mimic this. Everybody can do like this. But not everybody has like control over two octaves in this range.
Да, и нам приходится использовать специальные техники, чтобы создавать именно такой эффект. И, в принципе, у каждого есть фальцет, каждый может попробовать так говорить, но у не каждого есть способности контролировать его на протяжении двух октав. So different people have different abnormalities, or they are different in terms of flexibility. So some people are super flexible and can be ballet dancers, or have a very precise muscle control in their hands and they can be a pianist, for example. У каждого, у всех есть свои особенности, какие присущие их организму. Так кто-то невероятно гибкий и может стать балетным танцовщиком, у кого-то очень беглые пальцы, которые позволяют ему стать пианистом. And we as counter tenors have certain angles that we can do the cartilages of our larynx. The larynx is made of five different cartilages, but three big ones, and they can adjust into certain angles. So that's how we can build a certain amount of more tension on our vocal folds than most of the people. Что касается нашего голосового аппарата, то у гортани есть три главных вещи, на самом деле их пять, но три, которые в основном ее управляют, и мы можем расположить их под определенным углом. Именно этот угол позволяет нам добиться того напряжения голосовых складок, который позволяет нам звучать именно таким образом. So it's about the angles and the movement of cartilages. For example, I can do my thumb like this. То есть это угол движения хряща, например, я могу сделать, да, так и ненормально. But I cannot play the piano very well, and I cannot be a ballet dancer. So if you have one abnormality, it doesn't mean you have them all. Но я не могу ни танцевать, не могу быть ни балетным танцовщиком, ни прекрасно играть на пианино, поэтому если у вас есть какая-то одна особенность, какая-то ваша ненормальность, которая скорее ваша просто характеристика, не значит, что у вас есть все остальные. And then, of course, apart from the cartilages and the angles, it's the control of muscles. There are many different muscles. There are about 50 muscles in this area that you have to control very precise. И также помимо хрящей, еще сильно задействованные мышцы, в этой области находится около 50 мышц, которые активно задействованы. And then the edge of the vocal fold is made of like a ligament and the muscle, and then there is mucosa around it. И также действие голосовых складок. Голосовые складки представляют из себя голосовую связку, мышцу. And the technique of the countertenors is therefore that we sing just on the last edge of this and don't use the whole vocal fold as we do in the speaking voice. That's the main thing. И вот как раз техника, да, основная, заключается в том, что мы используем только краешки вот этой слизистой, краешки вокальных складок, а не все складки, которые используются во время говорения. But that's changing now. Но сейчас это меняется, говорит. I'm sorry, he started with the most complex question. Простите, он начал с самого сложного вопроса.